Я изучил архивы Ордена. И похоже, это те же тираниды, которых ультрадесантники победили на Тарсисе. Они очень даже могут быть из этого флота ульев, Аддей. Именно поэтому тираниды настолько смертельны. Для выживания флота улья достаточно, чтобы в бою спаслось всего несколько кораблей. Эти несколько кораблей отправятся пожирать недостаточно защищенные миры. Так они получают биомассу, необходимую для воспроизведения флота улья. Со временем он станет даже больше. Каждый флот улья, который мы встречали, обладал достаточным потенциалом, чтобы уничтожить Империум. И каждый флот улья обладал потенциалом перерождения в любом количестве флотов, если несколько кораблей уходили в слабые сектора. Запомни мои слова, Фаддей. У Империума нет недостатка в смертельных врагах, но все они бледнеют в сравнении с тиранидами. Похоже, станция привлекла внимание орка по имени Риппа Сплитта. Он украл носитель... Эльдары приближаются к одному из наших литейных заводов, командор. Похоже, эти нападения являются частью диверсионной кампании, направленной на производственные мощности сектора. Потеря литейного завода означала бы для нас невозможность оперативного реагирования на сигналы тревоги. Мы должны защитить литейный завод, командир. Чем Эльдарам понадобился литейный завод? Мы знаем, что он им понадобится. И этого уже достаточно, Авитус. Если мы не сможем защитить генераторы литейного завода, мы потеряем завод. Командор! Нахожусь под обстрелом! В зоне враждебной активности Эльдаров!
Это засада Эльдаров! Да. Она ведут огонь! Мы готовы к такой жалости перетекающим! Эльдар мертв! Опустошители атакованы врагом! Отлично.
командир. Литейный завод в наших руках, и он в рабочем состоянии. Ничто не сможет помешать правильным